основы звукоизвлечения. Играть на инструментах можно разными способами, но основной – это извлекать звук пальцами. В первую очередь это указательные пальцы, первые фаланги, подушечки. Мы должны играть, попадая в самый край язычков. В этой точке звук будет наиболее четким и приятным. Это не зависит от ноты, по которой мы играем. Самое главное здесь добиться правильного звукоизвлечения. У нас палец должен как бы отпрыгивать. В момент касания язычка мы немножко напрягаем палец и сразу поднимаем его наверх. Частая ошибка, когда мы глушим. То есть мы играем, во-первых, всей поверхностью пальца, и у нас не получается хорошо извлечь звук. Мы бьем по ноте, но звук не идет, потому что мы играем всей площадью и глушим язычки. Такого быть не должно. Мы должны добиться отскакивающего звука. Помимо этого можно играть большими пальцами. Также играем первыми фалангами, но здесь удар уже происходит как бы сбоку, таким вот образом. То есть мы совершаем ротационное движение кистью и небольшой замах пальцами. Большими пальцами удобно играть по центральной ноте, а также использовать их при игре аккордами.